Одержать победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах Шумеры намерены с третьей попытки. И первый шаг к намеченной цели уже сделан. Общественная территория, которая будет благоустроена благодаря федеральной и республиканской поддержке, выбрана. Городские депутаты, представители администрации, руководители учреждений образования, молодежь. В выходной день в Центре детского творчества прошел проектный семинар. Участие в нем приняли около 100 шумерлинцев. Собрались действительно единомышленники, патриоты, шумерлинцы, которые любят свой город. И вот эта работа проектной группы как раз, наверное, определит вклад каждого из нас в становление нашего города. Основная цель данного проекта заключается в том, чтобы сделать город Шумерля лучше, краше и комфортнее для проживания наших горожан. В течение 2 недель на официальном сайте города проводилось анкетирование среди горожан. Главная цель – выбрать общественную территорию и изучить конкретные предложения по ее благоустройству. Респондентам был предложен комплекс вопросов. За 2 недели нам удалось собрать 224 анкеты. А мало это или много, мы с вами потом решим, но это вполне достаточно для того, чтобы получить первую выборку и получить первое представление о том, что хотят люди. Выборка будет честная. Восстановить ДК «Октябрь», снести аварийное здание 7-й школы, обратить внимание на микрорайон Камчатка, благоустроить территорию за 3-й школой, а еще за зданием бывшего Сбербанка, оборудовать городской пляж. И это лишь малая толика предложений, поступивших от шумерлинцев. Ключевые направления, прозвучавшие в ответах на слайдах презентации, подготовленной Итнером Егоровым. Объявляем победителя территории благоустройства. 3, 2, 1... Ура или не ура? И вновь за горожанами право участия в обсуждении вопросов благоустройства, но уже выбранной ими территории городского парка в очном формате. Свежие идеи сначала были материализованы на листах ватмана, а затем презентованы коллегам. Каждое из прозвучавших предложений и пожеланий на рассмотрение экспертной комиссии. Далее начнется работа по подготовке проектной документации. Напомним, что на эти цели в городском бюджете предусмотрен 1 миллион рублей. В случае победы город получит субсидию в размере 70 миллионов рублей.